всем, кто зашел на мой канал. Сегодня у меня распаковка. Купили мы планшет. Заказали мы на Али. Доставка по России. Так, ну, по ходу. Сейчас распакуем. По ходу все по доставке, по цене. Планшет у нас не дорогой, не навороченный. Памяти у него не очень много. Мы купили его для видеосвязи. Вот, так что дорогой не стали брать. Посчитали, что нам достаточно и такого будет. Это, я так понимаю, наверное, чехол. Вот такой отдельно упакованный. Упаковка целенькая, все абсолютно, нигде не помято. Ну, это я не знаю, это может я туда зацепила. Вот, все такое вот аккуратненько. По доставке. Доставка была с Дека. Заказ был сделан вечером 31 марта. И сегодня 3 с утра пришло уведомление, что заказ можно забрать в пункте выдачи. Ну, собственно говоря, 4 дня, даже, наверное, меньше. Отслеживание все шло на всем пути. Вот такая вот коробочка, не помятая, нигде ничего. Коробки, они во всех, в большинстве планшетов вот именно вот такие. Я мониторила, когда смотрела, везде одинаковые коробки. Так, вот открыть, чтобы... Так, ну и пока открываю, значит, обошелся он нам 7 712 рублей 8 копеек. У продавца он стоил 7 820 рублей 39 копеек. Была скидка продавца 155,90 и скидка Али, купон был на 352 рубля 42 копейки. В общей сложности отминусовалась, получилось вот минус 500 рублей скидка получилась. Вот. Так. Значит, вижу здесь вот. Так, коробочки еще вот такая вот пластиковая. Ой, что-то она тут на ходу разваливается. Стекло. А, да. Сейчас. Так, в этой коробочке так стекло вот запасное, я так понимаю. Читала отзывы, многие говорят, что уже стекло стоит, ну не знаю, действительно так или нет. И запасное стекло идет в комплекте. Так, ну, зарядка стандартная. Что-то прям коробочка эта пластиковая развалилась, не знаю почему. Так, зарядка, это, как она называется, это иголочка такая, чтобы вытаскивать флешки, симки. Так, и переходник, я так понимаю. Для карты памяти, наверное. Для флешки. Или для флешки. Ну, вышел такой переходничок, зарядка и вилка от зарядки. Так, это мы сейчас отложим. Так, вот в таком пакетике. Так, здесь вот защитная пленка с этой стороны. Ну и здесь, я так понимаю, возможно, это не стекло, а просто пленка защитная. Она вот как бы вот такая здесь немножечко отходит. И она, по-моему, тоненькая такая. Ну, как бы по-любому все равно защита какая-то есть. Потом будем разбираться, будем смотреть. Вот. Это я не знаю, что это такое. Как ее надо, наверное, будет снять. Вот, включился. Не знаю, сколько он тут будет приходить в себя. Многие писали, что приходит 100%, кто-то 90% зарядкой. По-разному. Были такие, что не заряженные. Ну, это уж кому как повезет. Вот, значит. Вот, 100% зарядка.
Так, ну я не совсем понимаю, что здесь дальше делать. Ага. Ух ты, вот так, значит. Google. Вот здесь есть уже загруженные, я так понимаю, Chrome, Google, YouTube. Это тоже какая-то видеосвязь, не знаю, как она правильно произносится, дуо какое-то. Фотос, это, наверное, галерея. Так. Так, ну, в общем-то, надо все разбираться. Ой, такой громкий. Это календарь, я так понимаю, стандартный весь. Да, потом надо будет зайти в настройки и поставить на русский язык. Многие тоже спрашивали, там подсказки есть где. Так, сюда не пере... Ага, вот, открывается еще меню. Ну и здесь вот то же самое, YouTube, музыка. Ну здесь вот, по-моему... Да, это мы все потом будем разбираться. Вот много тут чего. Да, ну, в общем-то, откликается, работает неплохо. Так, вот камера для видео, фото. Ну, как бы вот видео. Так, на фото. Ну и так далее. Ну, в общем-то, вот такой вот планшет. Довольно-таки объемный. Я думала, меньше будет. Предполагала, что он будет немножко поменьше. Мне нравится по размеру. Решила я снять вот эту пленку. В общем-то, здесь показано, что здесь идет две симки и одна карта памяти. Многие в вопросах и в комментариях спрашивали, где вставляется симка, где вставляется карта памяти, не могут найти. Но по большому счету получается, что нужно открывать, я так понимаю, вот эту часть, крышечку. Может, я не права, не знаю, но где-то я какой-то ответ был, что снимите крышку там, где зарядное гнездо, и здесь должно быть слот, куда вставляется и симка, и карта памяти. Я прям даже сейчас не знаю, как это, как оно может открываться, не понимаю. Так, ну что, нашли мы, как это открыть. В итоге получается, вот приоткрывается вот эта вот крышка, и в результате, пожалуйста, вот две симки. Один слот для карты памяти, потому что очень многие, много людей не понимали, как это, где вставляется карта, куда ее вставлять, и карта памяти, и симки. Потому что ищут обычно вот сбоку, как бы все это доступно всегда, а тут очень такое хитрое место, которое действительно не всегда понятно, многим непонятно, как это открывается и как это вот здесь все плотненько и очень, ну, страшно, скажем так, это все отодрать, вдруг что-то сломается. Поэтому вот не бойтесь открывать, не бойтесь приподнимать крышечки под ними. Много интересного. Дальше. Теперь у нас здесь чехол. Мы заказали, можно было без чехла. С чехлом можно было там, по-моему, с картой памяти, и можно было еще там с клавиатурой для планшета, был чехол и клавиатура к нему. Ну, мы посчитали, что нам достаточно чехла, нам остальное все не нужно. Так, вот такой вот чехол. Здесь такой, ну я не знаю, это пластик, не пластик, наверное. А это вот крышечка, вот такая вот. Вот сгибается здесь, здесь. Получается вот, вот так, значит, вставляется. Ну, это нужно как
Вот так вот как-то, я не знаю, ни разу не пользовалась планшетом с таким чехлом, но как бы вот так. Вот, ну что, неплохо все, да, чехол целенький весь. Чехлы самые обычные, дешевенькие. У нас, я не знаю, рублей 500 стоит, а заказали мы сразу, получилось там, ну, не больше 300 рублей. Так, ну что, вот на этом все. Такой вот обзор небольшой. В общем-то, по работе, может быть, не знаю, позже все это будет у нас дополнение. Сейчас трудно об этом сказать. Пока все нравится. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.